Ярославские наркополицейские пресекли крупный канал поставки героина. У двух граждан Узбекистана при обыске нашли 3 килограмма сильнодействующего наркопорошка. Он был расфасован на дозы и упакован как конфеты. Наркоторговцев задержали в подъезде жилого дома, куда те отправились делать закладки. Только за один день в разных местах они делали до 60 героиновых закладок. Оба узбека со спортивным прошлым. Один занимался боксом, другой – борьбой. При задержании они попытались оказать сопротивление наркополицейским. В квартире, где проживали узбеки, провели обыск. Там героин нашли на кухне и в тайнике под линолеумом. Возбуждено уголовное дело. Оба содержатся под стражей. У вас наркотики вот эти, в свертках, есть в квартире? Да, есть. Где они есть, укажите. На балконе? 2 полимерных пакета. В одном из пакетов находится синий полимерный пакет, обмотанный скотч-лентой прозрачной, с надписью 200.